Симуляционная лаборатория у отделения повышения квалификации средних медработников появится у Слонимским медицинским колледже. Доступна она будет не только практикующим медикам, але и будущим специалистам установ охова здоровья среднего звена. Покуль же один в Беларуси подобная лаборатория действует у Грудни. Катерина Бенедесюк расскажет про ее махчимости. Апрацаваць раны, зрабіць штучнае дыханне, прыняць роды, адпрацаваць да бездакорнасці, канкрэтныя навыкі без стрэсаў і негатыўных вынікаў. Такія магчымасці адкрыліся перад медыцынскімі сёстрамі прынёмання з увядзеннем у практыку сімуляцыйныя лабараторыі. Унікальны для рэгіёна і Беларусі ў цэлым навучальны кабінет працуе на базе Гродзенскага медыцынскага каледжа. В настоящее время обучена в сімуляцыйную лабораторію 240 медицинских сестер участковых, правилам постановки катетера Фалея, уходу за стомами. И планируется обучение фельдшеров фельдшерско-акушерских пунктов. Это специалисты, которые работают в сельской местности, и для них очень актуально владеть вопросами неотложных состояний. Занятки у лаборатории проходят не только для медицинских работников, але и для будущих специалистов установ аховы здоровья. Головный принцип навучания – тесная совесть теории с практикой. Деле этого была собрана уникальная база. Манекен для отработки практических навыков в вопросе обработки стом, постановки катетера, зондового питания, промывания желудка. У хуткім часе у лабораторыі па павышэнні кваліфікацыі медработнікаў з'явіцца імітатар нагі. З яго дапамогай можна будзе адпрацоўваць унутрыкосныя ін'екцыі. Асабліва карысным гэты тренажор будзе для навучання фельдшараў хуткай дапамогі. Благодаря ім мы можам больш адрабатываць практычных навыкаў, мадэліраваць различныя сітуацыі, з которым не всегда фельдшары і медицинскія сёстры могуць столкнуцца у нас на занятиях, поэтому практически мы их можем более эффективно подготовить как фельдшеров, так и медицинских сестер в дальнейшем к их практической деятельности. Симуляционная лаборатория у Гродні дзейнічае уже амаль год. За гэты час практичную отпрацовку навыков тут прошли сотни специалистов. Тем часом, как плануется, у бягучем годе аналогичная симуляционная лаборатория з'явится у отделения повышения квалификации средних медицинских работников на базе Слонимского медицинского колледжа, что дозволит повысить компетенцию действующих кадров и обеспечить больше грунтовную адукацию будущих специалистов.